это песня о сыне. А тогда другой вопрос, Кристина. А вот знаете ли вы, какую вашу песню больше всего любит Владимир? Она еще не спета. Хорошо, тогда убийственный, разрешите убийственный третий вопрос. Вот вы собираетесь вдвоем дома, и вам нужно спеть какую-нибудь песню. И, так сказать, есть ваш репертуар, есть репертуар Владимира, вашей мамы, прекрасный репертуар. А все-таки какая песня вас соединит? Что такая песня, чтобы вы могли петь ее дуэтом долгими зимними вечерами? Махмуд Али Мами. Прекрасная песня. Это мы разговаривали, да, с Кристиной Арбакайте. И сейчас я знаю, что Сергей приготовил небольшой сюрпризик. Итак, сюрприз для Кристины Арбакайте. Ну, я вообще очарован всем, кто представляет собой Кристина Арбакайте. На самом деле, Володя не должен меня на это обижаться, но я на втором месте, Кристина, после Володи. В том смысле, кто больше тебя любит. Это точно. Так вот, правда. Так вот, когда меня спрашивают о том, кого я считаю своими друзьями, я называю немного фамилий. Но всегда среди этих фамилий встречается одна фамилия. Это человек, который мне очень близок и очень дорог. Я его по-настоящему люблю. Не плачь, Володя, я говорю о тебе. Володя Пресняков. Ученик, который даже не помнит название своей школы. Вот настолько он был примерным. Владимир Пресняков и наша совместная песня. Махмуд Али Мамед. Для Кристины. Вау! Контейнер попал под огонь.
Талимамев, Махмуд Талимамев, имеет свой секрет и никому не продает. Махмуд Талимамев, Махмуд Талимамев, живет без бед, открыт в швейцарском банке личный счет. Махмуд Талимамев, Махмуд Талимамев, имеет свой секрет и никому не продает. Махмуд Талимамев. Спасибо! Спасибо.